Всем привет, дорогие мои друзья, дорогие мои подписчики, всем тем, кто заглянул на мой канал. Ну что, дорогие мои друзья, сегодня я пришла на мужскую одежду. Я уже не раз, ребят, снимаю. Линия 15, павильон 129. У ребят очень большой ассортимент ветровок, курток. Они в основном работают, но летом в том числе и шорты. Футболки очень большой ассортимент у них пришли. Поэтому... кому нравятся эти модели, пожалуйста, добро пожаловать. Приходите, покупайте, приобретайте. Также есть распродажа у них сейчас ветровки. Это остатки размеров, тоже можете посмотреть. По 2000 рублей. Так, вот вам визиточка. И сейчас нам Хусейн расскажет о своих моделях. Здравствуйте, ребята. Ну что, девчонки, мальчишки, пожалуйста, знакомьтесь, кто не знаком. Хусейн Валичев. Так, ребят, я знаю, что у вас очень большой ассортимент футболок поступило. Да, да? Вот смотрите. Посмотрите. Размеры, скажите, пожалуйста. Размер 48 по 56, а с 52 до 62. А производитель? Китай фабричный. Китай фабричный. Да. Хорошо. Есть поло, смотрите, этот верхний ряд полностью. Да, поло. Да, да, я видела. А здесь футболочки есть. А есть еще подешевле, которые по распродаже. Остатки, да, давайте, там? Да, пойдем. Ну что, давайте расскажем, покажем. Вот, пожалуйста, вот такие молодежки. Ага. У них так. Размеры все есть. У них как раз со скидкой по 900 рублей можно. Угу. Распродажа. А вверхно от 1500. Ну давай вытаскивай, показывай нам модели, ребятам. Конечно. Нам же надо посмотреть. Так, по 900 рублей вот эти, да? Да. Вот угу. Нижние. Даже у них есть великаны. Ну покажи нам великаны. До 8 XL. 8 XL. Это вот эти, да? Да. Большие, на большие детку, если кому-то интересует, пожалуйста. Ой, ну такие легкие прям, да, хлопок дышит. Да, вот они, раз, у них есть черные, у них есть вот такие красиво цвета, угу. Вот смотрите. И это именно большие размеры, до 62, до 64 размера. Угу. А вот это молодежка. Давай, показывай. Вот, пожалуйста. Угу. Здесь размер получается 46-54. Угу. Вот расцветочка всем футболочку. А давай покажем. Да, вот я покажу тогда. Раз, смотрю, как прикольно. Есть вот такие светлые, потому что лето. Ну да, беленького хотят, чтобы, хочется. Да, чтобы посветлее были, красиво. Вот с они. Какого по какой они? Они 48 по 56. И цена? Цена 1500 рублей. Смотрите. Угу. Такие черные, такие молодежка. Несколько расцветочек, она получается с черной, белая. С белой. И вот такая, как цвет называется. Серый? Серый, да. И серо-голубой. Такая, такой. Что молодежка есть. Угу. Ассортимент большой. Вот угу. Эта сторона, смотрите. О. Кто-то любит с кармашку. Такие кармашки есть. Более молодежные. Да, более молодежные. И есть вот такая. Ну, давай, российские. Россия, вперед! Только вперед, а не шагу назад. Да. Размеры. Россия, номер один. Размер 48-56. Все, кстати, с праздником Днем России, с прошедшим. Да. И угу. Поздравляем. И вот такие. У них тоже расцветка, несколько расцветки. Расцветки 5 или 6. Зелень, 6 синий, смотрю, да, там? Да, и остальные на улице тоже покажем. Ага. Угу, спасибо. Так что... И следующая модель. И поворачиваем эту сторону. Пола, да? Пола. Есть давай. Большие размеры. Для дядку. Вот, смотрите. Для мужчин. Для мужчин, да. Так. Хлопки с какого здесь, по какой? Здесь получается с 3 XL до 7 XL, да? До 7 XL, да. 7 XL, да. Угу. И цена их? Цена 1700 рублей. Угу. Тамара Шик. Давай покажем. Эти. Черные. Вот цвета. Это однотонные такие, однотонные, да. Светлые. Вот. Вот цвета. Цвета здесь огромные. Все расцветочки есть. И все 1700? 1700 рублей. 1700-1800 вот так они. Угу. Если так, Тамара Шик, вы поближе знаете, разверните, вы же знаете, Тамара Шик всегда есть. Давайте. Скидку. Ребятам делайте скидки? Конечно, вот смотрите. Да? Здесь что хорошо на рукава, видите, на резиночку. Угу. Вот она. Длина здесь хорошая, даже до 2 метра ребята проходят, на них тоже будет. 2 метра высокий, да, рост, да? Потому что у нас вчера были парни, почти 1,95-1,96 метра, отличная была длина.
приобрели, да? Да, и вот смотрите, теперь... Давай еще там покажи, какие модельки. Вот, есть молодежки, вот такие с... Покажи сюда, сюда, ага. Давай. Воротника, смотрите. Угу. Здесь размер получается 48 по 56, это получается сам маленький XL, сам большой 3XL. И расцветки тоже, да, разные? Расцветки здесь огромные, вот смотрите, угу. Какие расцветки есть. Ох, какие вообще сочные, красивые. Угу. И вот красный, светлый, угу, белый даже есть. Вот белый тоже прикольный. Опять фистяшки, синий, темный синий. Угу. Белый. Короче, огромные расцветочки здесь. Вот смотрите, угу. Все расцветочки. Так, ну что? И под них получается вот есть шорты. Давай показывай. Смотрите, шорты. Вытаскивай, показывай шорты. Нам шорты. Вот. Давай, вытягивай. Цвета. Да. Мужчин надо одевать. Да. Размеры и цена. Размер 32 самый маленький, самый большой 39. Цена 1500-1600 рублей. Угу. Так, это какие еще нам покажешь? Классика она. Так, что и еще? Вот такая еще светленькая есть, смотрите. Ну они же разных расцветок. У них длина, смотрите, до колена. До чашки, смотрите, вот она. Внизу еще подворачивается. У них получается, вот показываю, со встречи. Угу. С отворотом, видите, когда повернет, она будет вот такая сама. А, можно повернуть, подвернуть, да. Подвернуть. Сзади кармашку на замочке, спереди два кармана. И следующая модель, вот такая самая клевая модель. Она на поясе, смотрите, на резиночку идут. На любой фигуру садится, потому что резиночка, да? Да, она тянет, видите, шнурочку. Если кому-то смешает, его можно вытащить, выкинуть. И карман такой глубокий, смотрите, даже можно документы положить. Бог. Если была бы возможно, я померил бы, даже показал. Но, к сожалению, пока что я не смогу. И цена их? Цена 1800 рублей, а так они по 2400 были. Самый большой размер? Самый большой размер у них получается до 38-го. Ну, между прочим, у нас есть до 46-го размера. А 38-й это какой? Это 56. 56. Да, 56 размер. А самый большой у вас вообще? У нас самый большой размер до 40. Покажи, какой модель у нас была. Большие, это только ниже колена делена. А есть еще вот покороче, большие размеры. Да, 42 здесь. Угу. И расцветки тоже разные, да? Есть. Да, расцветки, все, расцветки есть. Расцветочки. Угу. Хаки, темно-синий. И посветлее. Вот. И кофе с молоком. Да. Угу. Вот эта модель. Ну давайте вот эту есть модель вот такие покажем. Еще модели. Вот посмотрите, длина ниже колени. Размер самый большой 40. Это получается 54. Угу. И цвета тоже есть разные. Вот здесь, шоколадный, темно-синий. Расцветочки есть серые, еще посветлее. Вот тоже. Джинса тоже красивые. 46. Здесь 32-46 размера. Тоже очень большие размера. Хорошие. Угу. Есть еще батальная серия, вот 36-46, вот эти 36-46, большие размеры прямо. Длина тоже ниже колени будет. Угу. Коленки закроет. Спасибо большое. Здравствуйте. Ой, здравствуйте. Здравствуйте. Всем привет. Все. Наши дорогие подписчики, наши оптовики, наши любимые зрители, зрители любимые Тамара Шик. Мы рады вас опять еще раз видеть вас в нашем магазине. Фирма САС, фирма GMF. Мы вам сейчас будем показать наши шортики. Ой, извините, я вас перебиваю. Ничего страшного, ничего страшного. Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые зрители, уважаемые подписчики Тамара Шик. Мы вас приветствуем и скажем добро пожаловать в наш магазин. И вот мы вам показываем наши новые коллекции. Мы получали новые футболки, шорты. Кстати, Маруф, я знаю, что вот эти вот джинсы, на которые на тебе брючки, я их снимала, да. Это наши брючки. Теперь мы вам будем показать наши же шортики. Из этой серии, да? Наши шортики, смотрите. Это же серия, я сам лично одеваю. Посмотрите, есть шортики, есть цвета. Они очень-очень легкие. Размер начинается от 32 по... 39. По 39. На любой размер, на любой форму, на любой фигуру и на любой длине у нас есть. Обратите внимание, они у нас очень легкие, очень тоненькие. И что хорошо, что у каждого из них, смотрите, подкладка. И еще с ремнем можно будет закрывать, как брючки. Есть также у нас модельки на резинке. Ребята вам там дальше могут показать и будет сказать.
мы не только сейчас шортами, у нас есть футболки. Большой ассортимент, да. Смотрите, на любой, кто любит поло, пожалуйста, поло. Кто хочет футболки, футболки, майки. На любой возраст, на любой стиль у нас есть. Поэтому подписывайтесь на канал Тамара Шейк. Мы обязательно вас ждем. И, ребята, мы помните, разговаривали, когда Тамарочка придет, съемку делает, мы будем футболки распродажу. Да, мы уже показывали. Да, вот это распродажа есть. Это мы обсуждали, и для подписчиков Тамара Шейк специально сделали по 900 рублей. Они у нас раньше были по 1500-600 рублей. 1500-1600. Угу. Спасибо большое. Обязательно, дорогие подписчики, покупатели, приходите. Подписывайтесь, напишите. А, где визитка? Ребят, я очень давно работаю с этими ребятами с первых дней нашего знакомства. Марув, скажи, пожалуйста, на каких еще точках? У вас же еще точки есть. Да, и в теплом рынке. Это линия 15, павильон 129. Вот, пожалуйста, дорогие друзья, можете посмотреть. Там есть указано на номерах, рабочий номер, 24 часов. Мы вам отвечаем. Это Хусейн. Желательно, пожалуйста, утром с 5 вечером до 6. Мы работаем здесь. Наш режим работы. Наши шортики, смотрите, есть обязательно на все наши шортиках, есть вот такими модельки с замками. Карман нейлон, очень глубокий. Туда даже не один. Обратите внимание, сразу два телефона. И сразу можно закрыть и не будете потерять. Поэтому у нас модельки... Все окошек. Конечно, много моделей. Поэтому, Тамарочка, у нас зимой не только наше сейчас лето мы здесь снимаем, еще у нас много места, мужской, женский, все наши места. Мы с Тамарочкой уже 4-й год, да, Тамарочка? 5 уже будет уже скоро. Уже 5-й год мы с Тамарочкой вместе снимаемся, вместе работаем. 5 да. лет уже, да? Конечно, да, уже 5 лет уже будет. Уже время, видите, как быстро летит. Видите? Первый, по-моему, ястреб сейчас вам, правильно? Самый первый наш был вот. Из мужчин, да, мужской, да. Да. Мужчина, очень сильно боялся. Я помню. Сейчас расскажу. Пожалуй, всем своим подписчикам, как ты боялся. Поэтому сейчас уже не боюсь. Вот такая немножко, да, позитивная нота у нас, да? У нас уверенность не был. А сейчас мы видим, что наше видео, наш товар, вы уже оцениваете, приходите, покупаете, поддерживаете. Конечно, уже вы нам даете, дорогие подписчики, ваш осмотр, то, что вы наше видео смотрите. Ваша поддержка нам дает силу и быть уверенным всегда. Поэтому... И кроме этого, очень много положительных отзывов. Всегда говорят культурные, вежливые, всегда обслуживают. И не только под комментарием, может быть, кто-то ленится, да, написать, но мне в личные сообщения всегда пишут только положительные отзывы о ваших бутиках. Мы всегда, всегда. Да, да. Мы не играем на публику, мы всегда стараемся. Пишут отзывы сказали, очень хорошие. То, что мы обещаем, то, что мы делаем, мы стараемся все то, что обещаны, делать. А не как... Работа для людей, да. Мы стараемся не под камерой там играть или рассказать всякие красивые истории, а когда клиент приходит, типа, хочешь бери, нет, не хочешь не бери, нет. Нам наоборот, каждый ваш просмотр – это сила нам. Каждый ваши стимул. Отзывы, конечно, это стимул, и мы идем с вами вместе, будем расти. У нас будут новые товары, у нас будут новые ассортименты. Скоро, с 1 августа, у нас будут куртки. Тамарочка нас всегда с куртками снимал. Вот на этой стороне у нас ветровки еще остались. А так здесь скоро будет обязательно новые коллекции, новые зимние куртки, осенние куртки. И будет, естественно, вот брюки. Брючки. Мы с брюками Тамарочка еще будем на другой магазине обязательно снимать. Так что следите за видео, да. Мы не потерялись. Просто давно не были на видео. Сегодня вот Тамарочка, мы как-то попались в такой момент, что вот... Все, давайте и пошли снимать, да? Пожалуйста, рассказывайте. Извините, что мы вас нервили. Ничего, спасибо большое, ребят, вам за ваш труд. Спасибо, ребят. Ну что, мы продолжаем. Теперь поехали, очень много спросов, камуфляж. Молодец, очень много любит, чтобы камуфляжа, чтобы они были тоже со встречи. Размеры получаются с 29 по 38. Каждая модель расцветочки есть, смотрите. В руках, ага, вот так, держите. Расцветочку. Угу. Покажу. У них тоже спина, вот такая кармашку. А вот еще есть вот такие модели, вот смотрите, тоже прикольно, да? Такая необычная расцветочка, она такая, как называется вот это? Даже, извините, что я
полностью не могу вам объяснить. Да, ткань. Вот она, ткань, смотрите. Такие маленькие крапинки, да. Тоже до колена. У них цена сейчас хорошая, по 1500 рублей для там марш. Так вот, нам достали расцветочки, синие, хаки. Красивые есть. Цвета есть. Да, и вот, потом поехали. Есть вот такая, как классика, ничего лишнего. Цвет темный серый, бежевый, зеленый. И есть черный такой. Ох, это черный цвет. Всегда на ходовой была и будет ходовой. Вот смотрите, сзади кармашку. У них размер есть с 32 по 44, есть с 30 по 40 есть размер. А если оптовикам, я забыл даже напомнить всем, ну, сколько уже рассказываем, не было про оптовикам, тоже надо вспомнить и напомнить всех, чтобы они знали. Оптовикам, только там есть телефон номер на визитку, да? Последний. Конечно. Последняя цифра, которая 51. Вы можете 24 все... на 7. А, да. Вы можете в любое время написать, а там молодой человек вам ответит. Там, да, вот, самый верх номера. Зовут Валиджон, он всегда будет отвечать на ваши звонки. А что, а Хусейн пропал, что ли, со звонков? Хусейн есть на свой павильон, когда придут 1 августа, 134. Ага. Я же все время видео там был. А вот, по-моему, первый раз, да, в этом магазине? Да. Это тоже наш магазин, потому что мы только на лето. Вот, еще есть много, спрашивает Лен, или как это называется? Лен, да? Да, да, да. Вот, угу. Смотрите. Да. У них размеры до 44-го, с 32-го до 44-го. Цена 1800 рублей, уважаемые подписчики. Только Тамарашик, а так они по 2200. Угу. Если кто-то будет писать Тамарашик, вы знаете, всегда мы сделаем хорошую цену. Отлично. Да. Так вот, что? У них тоже расцветочка такая. Типа песочная, вот такая зеленоватая, есть темно-синий. Mm-hmm. Темно-синий. Мы все время, сколько мы показывали, до колена у них были длина. Теперь вот этот длина, просто покажите, это ниже колена. Mm-hmm. Много, как ближе просит, вот это для них. Вот она, смотрите, где длина. Mm-hmm. Кармашки, кармашки все рабочие, сзади карману на пуговица. Все у кошек, да? А получается у них... На ремень основной. Угу. Ну, с ремнем носить. А вот, мы, по-моему, шорты все показывали, да? Да, да. Да, мы шортки показывали. А мы еще, пока у нас есть ветровки. А ветровки сейчас какую цену? Цена сейчас очень хорошая, 3500. Так что, кто еще не успел приобрести, да. Потому что скоро 1 августа они уже будут дороже, да? Они будут дороже, конечно. Да, поэтому дороже. Скажи, ветровки с какой... С какого по какой размер? Они с 48 по 56, 48 по 58, а есть большие Разверни размеры. Нам. Большие а это размеры. Эти, как его, Это хлопка, да, она с подкладкой есть без подкладки. И цена их? Цена 3500 сейчас, цена очень хорошая. Ну 3504, да, там с капюшоном, капюшон остается, а многие спрашивают, без капюшона тоже есть. Есть, да? А вот есть вот такие классики, у них тоже была цена. Начало сезона, конечно, подороже. Сейчас можно по 3500, по 3000. Угу. Но без капюшона. Без подкладки. Многие спрашивают, там есть подкладка? К сожалению, без подкладки. А еще вот какие вопросы вам задают по вашему товару? Ну, по нашим товарам много задают. Так, Хусейн, вот по поводу я еще раз вопрос повторю. Какие вопросы задаются больше и чаще вам? Вот вы говорите, задают вопросы, что есть ли без капюшона, еще какие вопросы? Еще без подкладки были. Без подкладки, да? Есть без подкладки? Да. Вот она, есть. Это фирма Сентуре. Если мы уже год-два уже... Шикарная снимали, фирма, да, очень многие, да, ее полюбили. Она тоже китайфабричная, но сделана по Турции. Очень классно, она без подкладочку, с капюшоном. Капюшон остегивается. Размеры с 52 до 62. Но у них сейчас цена очень хорошая, по 4500. Они были 5500. Вот расцветочка, смотрите, есть на резиночку, есть вот такая, как асфальная, такая серая. Асфальт, ага. Да, есть вот такая она, как это, цвет. Кофе с молоком. Да, зеленый, красный, и вот эта молодежка, фирма GMF, у них цена сейчас хорошая. По 3, по 2800. Тоже есть подкладочка. Цена сейчас очень хорошая.
Сейчас кофта спортивка. Если начнется сезон, вы знаете, за сезон все равно поднимется. Поэтому спешите, кто желает себе обновить куртку, ветровку, пыльник. Есть вот такая молодежка, бомбер. Посмотрите. Есть подсказку. Цена по 2500. Хорошая это цена. Это бонусная. Не поверите, без подкладки она такая. Средняя длина будет. В прохладную погоду даже одеть, да? Да, и вот внизу большие размеры. Давай для мужчин цена, больших да, покажем. Большие размеры у нас всегда есть, эта фирма. Если мужчина носит прямо 60 размер, прямо 60 на 60. У нас размер на размер. Самый большой размер 70, это получается, много спрашивают, а самый большой размер на какой объем? 165 объем живота. У них самый крайний размер. Капюшон остается без подкладки. Цена у них сейчас 4500. Ну для большой куртки да, это хорошая цена. Красный, вот так как молоко и вот эти цвета. Угу. И синий, зеленый, все цвета есть. Угу. И вот покажи, то вот с этой стороны спортивные. Так, а спортивные в какую цену? Цена по 3000 с любой. Полистайте нам, пожалуйста. По 3000. Любая курточка 3000. Да. Она без легкая. Подкладки, некоторые есть, у них только сетка. Сеточная вот так. Да. Это дышащая. Не подкладка, там сетка просто идет. Размеры 48 по 58. Цена все подряд по 3000. Любая. Есть даже есть с двух сторон. Вот вверх просто пойдите и все. Так, а вот эти вот, давай еще вот легкие такие вот модельки, как они покажем. Это вообще как она такая прикольная. Ткань. Как она? Блестят они? Да, да, да. Даже оденешь? Никогда его не видел. Ну, померь. Наверное, маленькую, нет? Маленькая, да. Да. Ну, молодежка. Но она вот молодежка. Да. Цена у них по 3000. 3000. Расцветки там показывают, да? Красный, ага. Черный. Синий, желтый, черный, красный. А это бомбер, вот так молодежка. А есть стойка воротничок еще? Вот такая. А, вот, цвет такая, да, у них кусточки на это идут. И так, можем на распродажу, улице. Давай пойдем покажем нашим распродажу, ребятам. А в распродажу начнем с ветровки. Это ну все давай. Ветровки. Они до 58 есть размеру. У них, чтобы почему много задают, почему по такой цене, потому что они остались по одной размеру. Просто один, уточняйте два. По размерам. Да, вот поэтому, когда остается примерно по одной штучке, а у них цена будет вот такая отсёк. Полистаем, покажи нашим да, ребятам. Ну, вот она. Может, кто-то скрин сделает и... Вот, смотрите. Угу. По размерам, ребят, уточняйте. Размер уточняйте, напишите или позвоните. Вам вот горчица, да, вот легко, вот даже в прохладную по 2000, походу. Сейчас за 2000 ничего не. Сейчас футболка 2500, 3500. Еще вытащи по пару моделей, повытаскивай. А, да, сейчас. Конечно, большие размеры вытащи. Вот. Такая молодежка, смотрите. Вот это я понимаю. Вот, смотрите, вот. Какие расцветочки у них. Цена вообще супер, по 2000. Ну, 2000, конечно. По размерам только, ребят, уточняйте. Бомбер. Вот, смотрите, какой красивый. Они бомберик. 3,5, да, по 4 да, да. 2000, просто смотрите. Просто осталась одна, две штучки, поэтому они по 2000. Угу. Не бракованные. Большой размер, покажи там. Вижу большие размеры. Вот, вот тоже, смотрите, пыльничек такой. Угу. А теперь следующий шорт. Так, шорты. Шорты в какую цену это распродажа? 700 рублей. Ну-ка, покажи нам. Да. Вытащи пару моделей. 700 рублей шортики. Да, 700 рублей. Вот смотри. А, молодежка, да, есть джинса. Даже джинса есть. Угу. Но джинсы тоже несколько размеров остались. Поэтому 700 рублей можно, даже за 600. Угу. Вот смотрите, есть вот такие вот. Осталось одна, две штучки. А угу. Еще есть вот такая по длине, которая ниже колена. Смотрите. Угу. Без кармана, у кармана только сзади, и спереди угу. Только два. И здесь дома походить. 500 рублей у них цена. 500, да? 500 рублей. А вот эти футболочки сколько у вас? 500, это тоже? Футболочка 500 рублей. У них распродажа. Размер 3. Я снимаю, я посмотрю. Ага, спасибо. По 500 рублей футболочка. Ага. Смотрите, угу. 500? А? 500? 500 рублей. 500. Угу. Так что, ребят, по 500, по 500 рублей. С какого по какой там? 46-54. Угу.
Ясненько. А вот теперь просто пройдите, вот, пожалуйста, манекены, что у нас в ветровочке. Так, вот они, эти ветровочки. Уже скоро начнется, не успеем оглянуться, уже все-все. Ну, ветровки это можно в прохладную погоду там одеть. Также вот, которые мы вам вот показывали. Смотрите, которые, как они футболки, сидят. Да, вот. Шорты, вот, пожалуйста. Вот такое сочетание. И поло, вот просто пройдите. Да, поло, вот, пожалуйста. И футболки. Так что, если кого интересует этот товар, пожалуйста, обращайтесь, да, к Хусейну. 15 линия, 129. 129 павильон, бутик. Да, так что всем да. Спасибо, подписывайтесь, пишите свои комментарии. Делитесь видео, да? Делитесь видео обязательно, ставьте свои лайки. Лайки. Вот дорогие такой. Подписчики, пожалейте. Давайте поддержим Хусейна, потому что у него был Инстаграм. И честно скажу, ребят, действительно парень старался. Я знаю, как, с каким трудом он выкладывал туда свои товары. Но, к сожалению, есть люди, которые недобросовестны или взламывают. У меня тоже... Да, заблокировали. Да. У меня тоже несколько тиктоков блокировали из-за того, что жалобы кидают. Поэтому, девчонки, мальчишки, давайте Хусейна поддержим, поставим ему лайк, да. Поделитесь, напишите в группу это ему комментарий поддержки, потому что я пришла сегодня, он сказал, у меня нет настроения. Я ему сказала, ничего, мы поднимем тебе да. его. А? Я 3 года постарался этот Инстаграм. Да, да, много да. Много подписчики были, ну, что делать? Это такая, так такое. Была судьба. Ничего страшного. Поднимаем настроение и все вперед. И только вперед. Всем спасибо. Еще раз показываю визиточку. Звоните, пишите. Ну а мы не говорим до свидания, говорим до новых встреч. Встречи, да. И всем пока-пока.